экономичка там горит от 64 вольт. Для запуска ей нужно повышенное напряжение. Параллельно конденсатор включил, и тогда она загорелась так более ярко. Вот если я выключу. Включу, то она вот не загорается. Только немножко ярче совсем. А тут нужно конденсатор. Я тут одной рукой его параллельно перед диодным мостом поставил, такой 2 нанофарад. Вот я его теперь подключу. Вот 170 почему-то падает. Не знаю, почему напряжение падает. Попробую частоту подкрутить. Может, конденсатор нагревать. Отключил конденсатор сразу. А конденсатор все не может он. Перегревается. Откуда взяться хороший конденсатор? Вот 10 нанофарад попробую. 630 вольт. Этот не советский может. Тут перегревался, что он советский, не качественный. Советы хоть качественно готовили, но тогда технологии слабые были, поэтому современные могут быть более качественными. Вообще 23 вольта. Это 10 нанофарад. Значит, видимо, многовато 10 нанофарад. Поднимается напряжение, когда понижаю частоту. Видимо, нужно еще понизить частоту. Там глушит. Вот частота тогда резонансная получается ниже. В общем, надо искать 2 нанофарада, чтобы. Качественный был. Тут 30 нанофарад. Сто нанофарад. Вот этот 2,7 нанофарада и там. Еще какие-то
2 киловольта написано. Попробуй его. Вот эту пачку я когда-то раньше делал конденсатор. Хотя тут болтается все. Тоже, видимо, слишком большая емкость. Померю емкость всех конденсаторов. Какая у них емкость? Одной рукой снимать и все это делать. Просто. Вот. Тут идет. Закончим.